Гомельская областная выборчая комиссия по выборах депутатов мясцовых советов проводит мониторинг работы участковых выборчих комиссий. Для проведения выборов у мясцовые советы у регионе створены 1022 участки, у тым лику 210 непосредственно областным центром. Зараз тут организовано дежурство членов комиссии. У будние дни с 17 до 19 годин, у субботу с 12 до 14. С 13 лютого, коли почнется дотерминовое голосование, расклад изменится. Участковые выборчие комиссии будут працевать с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. По данным областной выборчей комиссии, значных порушений у работе участков не выявлено. Все означенные недопрацовки одразу ликвидуются. Дитячий сад побудуют у 104 микрорайоне Гомеля. Работы на объекте распачнутся уже в этом году. Установа будет различена на 10 групп, которые смогут наведывать 190 детей. Будовництво дитячего сада было запланировано еще на стадии проектирования нового микрорайона. Однако за отсутствие финансирования объект не был изведен. Это питание жыхары микрорайона неодноразово уздымали под час прямых линий, встреч с насельництвом и особистых приемов. Старшиня Гомельского облвыконкама Владимир Дворник принял решение об выделении сродков из областного бюджета для будовництва важного социального объекта. У Гомеля отбылся урочистый сход, присвеченный стагоддзю створения комиссии по справах неполнолетних. Отповедный декрет Совета народных комиссаров был подписан 14 студеня 1918 года. Знаковой подеей у работе с детьми и подлетками, которые опынулись в складанной житевой ситуации, стал подписанный у листопаде 2006 года декрет президента номер 18 об додатковых мерах по державной обороне детей у несприяльных семьях. А кроме того, сегодня у Гомельской области цалком отмовились от дитячих интернатов. Установ агульного типу. Неполнолетние, которые трапили у тяжкое становище, накировываются у опекунские и приемные семьи, а так само становятся выхованцами дитячих домов семейного типу. У Гомельской области сбор на финансирование державных выдатков вернутый 3345 громадянам. Про это сегодня журналистам поведомила главный державный податковый инспектор управления податкообкладания физических особ областной податковой инспекции Жанна Михеева. Нагадаем, принятый недавно декрет номер 1 предугледжвае вызволение плательщиков от этого сбору. Вертание ажитявляется на подставе письмовых заяв. Стяганосцам сборной Беларуси на церемонии открытия головных зимовых гульняв четырехгодия стане олимпийская чемпионка Сочи фристайлистка Алла Цупер. Такое решение приняли на агульном сходе белорусские спортсмены у Пхенчхане. Беларусь на сёлетних зимовых гульнях будут представлять 32 спортсмены у 6 видах спорту. Гонор краины будут оборонять и выходцы из нашего региона – фристайлистка Алла Цупер и биатлонистка Надея Писарова.